центре приключенческой фэнтези-комедии «Ловушка для привидения», снятая по мотивам книги детской писательницы Корнелии Функи, история 11-летнего одинокого Тома. После встречи с очаровательным, упитанным привидением Хьюго в подвале своего дома, жизнь мальчика изменится самым удивительным образом. Ему придется проявить истинную храбрость и на пару с охотницей за привидениями Хэтти помочь Хьюго вернуться к себе домой. Для этого героям нужно пройти через массу препятствий, чтобы уничтожить древний дух льда. Он живет в доме Хьюго и грозит повергнуть весь город в вечную мерзлоту. Но для того, чтобы совершить подвиги, Тому и Хэтти нужно будет заглянуть к себе в сердце. Это по-настоящему добрая история. Здесь есть и харизматичные персонажи, и юмор, который оценят и дети, и их родители. Семейным кино останутся довольны все члены семьи, вне зависимости от возраста. А перед просмотром кинокомплекс «Люксор» устраивает детский праздник в программе «Веселые конкурсы», «Профессиональные аниматоры», «Сладкая вата», «Аквагрим», «Фотосессия», «Детская дискотека» и «Подарки от кинотеатра». Начало развлекательной программы в полдень, начало показа в 13 часов. Специальная детская цена – 100 рублей, специальная цена для взрослых – 150.